Специалисты оценили качество воды и воздуха в Югре, а также систему работы с отходами. Дочерняя компания Сбера Strategy Partners представила результаты диагностики состояния устойчивого развития Югры. Это первый этап проекта о комплексном подходе к вопросам защиты окружающей среды, эффективном управлении и качества жизни югорчан. Поручение разработать региональную модель устойчивого развития региона дала губернатор Югры Наталья Комарова. Ее обсудили на стратегической сессии «Климатические проекты. Инструмент декарбонизации экономики Югры». Она состоялась в Сургуте. Участники представили первые результаты. Так, по итогам проведенных исследований жители высоко оценивают уровень развития инфраструктуры, защиту окружающей среды, управление водными ресурсами. Также во время встречи эксперты отметили значимость проектов по охране лесов, ликвидации свалок, очистке водоемов и переработке ТКО. Если вы оцените нашу государственную программу, вы увидите, что по источникам, по объему вложений в охрану окружающей среды она самая дорогая. Но по источникам финансирования это в большей степени не бюджетные источники, это средства предприятий. Больше того, это наше вот политическое решение, и мы именно на этом настаиваем. То есть навредил, убери за собой.